Всем привет на канале Удачно. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о теме украинских беженцев в Германии, до сих пор идущих в Германию в поисках убежища, в поисках пристанища. И хотел бы на парочке нескольких примеров рассказать вам о том, как они здесь живут и что они говорят. Я, в принципе, не хотел эту тему затрагивать именно с этой стороны, с какой сейчас я подхожу к этому, но просто вот я вот гулял на улице с собакой, проходил мимо лавочки, на которой вчера сидели украинские женщины, что-то там между собой разговаривали, и около каждой лавочки у нас стоят мусорные урны, чтобы туда можно было выбросить мусор. Но проходя мимо этой лавочки, я тут же почему-то вспомнил, думаю, блин, как в Молдавии. Около лавочки огромная куча семечковой вот этой шелухи, не черных семечек, вот этих больших семечек, этих серых, огромная действительно куча шелухи после этих женщин, которые посидели там, поговорили, украинские беженки. Скажем так, насрали, встали и ушли. Это первый пункт, который действительно вот они принесли с собой сюда, в Германию. Сейчас посмотрите, пожалуйста, на фотографию. На этой фотографии украинский, как они назвали его в статье, бывший командир батальона Азов украинского, находится здесь в Германии на реабилитации, и его повезли в концлагерь Дахау показать ему вот все вот эти вот жестокости и так далее, показать эти вот бараки. У него на нем надета футболка. На футболке высказывание, которое принадлежит Гитлеру, говорят многие историки о том, что именно эти слова, ну, на немецком, естественно, языке, говорил Гитлер. Что означает надпись у него на футболке? «Там, где мы, другим нет места». Это слова, принадлежащие Гитлеру. Он неоднократно высказывал эти слова. Значит, далее идем. Футболка у него с надписью русской ультрарадикальной, скажем так, неонацистской метал-группы «Молот». Далее по описанию вот этих вот историков, политологов, в названии этой группы «Молот» две восьмерки. Восьмерка в латинском алфавите соответствует букве «Х», то есть это «Хайль Хитлер». Что нужно еще говорить о том, что вот эти вот граждане, приезжающие сюда, говорят, что они борются за свободу Украины. После того, когда я прочитал эту статью, увидел фотографию с вот этим вот человеком, я почитал комментарии людей, которые отзываются об этой статье. Практически все немцы пишут там, что так что ж получается, Путин был прав, когда сказал, что он хочет денацифицировать Украину. А наше немецкое правительство поддерживает нацистский режим Зеленского. Вот что пишут там в комментариях люди. Я там не писал ничего, потому что влезать в такие политические дрязги себе дороже. Я просто показываю вам некоторые моменты, которые стоит обсудить и у нас на канале. Идем далее. За этот год, с января месяца по конец июня, в Германию прибыло свыше 5000 беженцев. Из них 1500 украинцев и 3500 сирийцев-афганцев. Многих лагерей уже просто не хватает для расселения вот этих вот беженцев, кого временно, кого на постоянно, там на 2-3 года. И строят из обычных контейнеров, вот эти вот строительные контейнеры для рабочих и так далее, строят из этих контейнеров временные лагеря. Персонала не хватает, люди не знают, за что хвататься, потому что беженцы идут сплошным потоком. Многие из украинских беженцев, приезжающие сюда, тут же вывешивают украинские флаги и начинают кричать, что «А почему здесь русская речь? Мы приехали в Германию, с нами обязаны разговаривать или на немецком, или на украинском языке. Мы не хотим слышать русскую речь». Но тем не менее, они говорят это на русском языке. Еще один маленький пункт о том, как украинцы считают, что немецкая страна с распростертыми объятиями поворачивается к ним и делает для них абсолютно все.
Я случайно нарвался, действительно случайно нарвался в Ютубе на видео украинских блогеров. Они уже вот год живут здесь, в Германии. Они беженцы, убежали от войны. И в одном из этих видео человек этот рассказывает о том, какая здесь отвратительная медицинская вот система, какое здесь плохое обслуживание и т.д. и т.д. и т.д. Мол, типа страховки здесь такие плохие, что вот у тебя есть медицинская карта, но по этой медицинской карте тебя могут просто диагностировать что-то, выписать какие-то простые лекарства, а операции абсолютно все стоят сумасшедших денег, и это нужно платить со своего кармана. Я сижу, смотрю, думаю, господи, ты чушь-то несешь? И тут далее он со своей родственницей приходит к офтальмологу. Офтальмолог смотрит эту родственницу и говорит, значит, что ей можно поменять хрусталик в глазу, в правом. Это, значит, само вот это вот обследование стоит всего-навсего, по-моему, 70 евро. Они говорят, да, а сколько будет стоить операция? Он говорит, операция, говорит, всю операцию перенимает на себя больничная касса. У вас ведь есть карточка. Вот такой вот момент. И вот они выходят из этой клиники, и он говорит, вот, вы знаете, я, говорит, беру все свои плохие слова о немецкой медицине обратно, потому что, оказывается, всем украинцам немецкая сторона оплачивает все операции стопроцентно. То есть этими словами он дает понять, что немцы стелятся перед украинцами. Мы сразу, вот тут с куста, развеиваем этот миф. У каждого здесь человека, будь то ребенок или взрослый, есть медицинская страховая карта, пластиковая карточка. Будь это больничная касса, Кранкенкасса, это АОК, ДАК, техника Кранкенкассы, Бетрипс Кранкенкассы, неважно, или приватные, у каждого есть такая карта. Люди со своих налогов или вот приватники вносят ежемесячно в больничную кассу определенный налог. Из этих налогов потом идет медицинское обслуживание этих людей. Вот на своем собственном примере. Мне нужно было сделать зубы. Если бы у меня давно еще, лет 20 назад, если бы у меня не было вот этой больничной страховки, все вот эти вот процедуры, все вот эти вот операции и так далее, мне обошлись бы почти в 5000 евро. Отгадайте, сколько я заплатил за все, абсолютно за все. Я заплатил всего-навсего 36 евро. Я помню еще, потому что мне счет пришел. 36 евро я заплатил со своего кармана. Все остальное переняла больничная касса. А вот тут этот человек говорит, что только украинцам такие поблажки, что для них все эти операции идут бесплатно. Все это вранье. Это делается не потому, чтобы, допустим, разжечь какую-то ненависть одного народа к другому. Это делается от незнания той жизни, в которую они попали. Он этого не знает, но говорит так. Зачем говорить, если ты не знаешь? И так же, как вот этот вот Азовский, вот этот бывший из командиров, в нацистской футболке ходит по Германии. Ты дебил или как? Вот извините, у меня другого слова нет. Ты дебил или как? 2 года назад, когда буквально на каждом углу на Украине стояли... Почему я говорю на Украине? Вот вам простейший... Я просто привык так говорить. В Украине я не могу говорить то, что это может быть когда-нибудь себя пересилю. Но вы ведь не говорите, что я работаю в фабрике, я работаю в заводе, я работаю где-нибудь там в производстве. Вы говорите, я работаю на фабрике, я работаю на заводе, я работаю на производстве. Так вот, когда началась вот эта вот война между Россией и Украиной, на каждом углу на Украине стояли немецкие корреспонденты, журналисты с телекамерами. И они снимали. И вот канал НТВ, немецкий канал НТВ, журналист разговаривает с одним из украинских солдат, и на заднем фоне проезжает БМП-2. На борту этой БМП украинский флаг намалеван и свастика.
Он разговаривает с этим солдатом, БМП проезжает мимо. Потом, когда он заканчивает с этим солдатом говорить, уже в студии проматывают этот участок снова, но уже в замедленной съемке. И говорят, так с кем воюет Путин? С украинцами или с фашистами? Мы что-то не понимаем. Если у нас в Германии за такой вот крест, за эту свастику можно схлопотать срок, по легкой отделаться обычным денежным штрафом, то почему на Украине, говорят вот эти вот журналисты, почему на Украине солдаты и военные выбрасывают руку в гитлеровском приветствии друг другу и украшивают свои боевые машины свастикой? Может быть, кто-то нам это объяснит? Зеленский тут же сказал, что это дань памяти тем людям, которые воевали против фашизма. Ну, Зеленский это еще тот комик. Честно сказать, это еще тот комик. Он буквально недавно приехал опять на какую-то встречу и требовал, не просил, а требовал открытого противоборствующего огня против России, требовал опять же открытого вступления натовских войск на территорию Украины, чтобы вся Европа, все НАТО ввязалось в глобальную войну. Раз, если, блин, тут всех убивают, то давайте, чтобы всех поубивали. Вы знаете, в такие моменты хочется просто спросить, ты дурак или как? Я вот так вот, да, вот я вот так говорю. Относите это к кому угодно. Мне это как-то, знаете, правда должна быть известна всем. Так вот эти вот многие украинские беженцы, приехавшие сюда, они ведут себя точно так же, как они вели себя там, но требуют к себе идеального отношения и стопроцентного понимания их ситуации. Если они ведут себя вот так вот, то и вернее, если они хотят, чтобы к ним относились с пониманием, то почему же они вот, как вот эти вот украинские женщины-беженки, которые вчера сидели тут во дворе на лавочке и жрали семечки, лузгали семечки, плевали вот эту шелуху, почему же они не убрали весь свой мусор после себя в мусор? Ну, мусорка же стоит же рядом с лавочкой. Ну, почему же они это не убрали? Потому что они свиньи. Извините меня за прямоту. Потому что они свиньи. Но они до сих пор требуют, чтобы с ними считались как с высшей расой, как с высшей кастой и предоставляли им абсолютно все по их первому требованию. Рано или поздно этим всем требованиям придет крышка. Дайте только время. Я понимаю, да, это видео получается несколько негативным. Опять сейчас появятся те люди, которые скажут, ах ты вонючий, и т.д. и т.д. и т.д. вали в свою рашку и так далее. Специально для тех, кто вот это скажет, объясняю. К рашке я не имею никакого отношения, а с вами я разговариваю на русском языке. Weil ihr Deppen werdet mich auf Deutsch gar nicht verstehen, wenn ich weiter so reden werde. Habt ihr verstanden? Gut. Ну, в таком случае, всем удачи. Не забудьте о подписке, о дележке видео с друзьями, нажимании на колокольчик. Желающие стать спонсорами нашего канала, пожалуйста, милости просим. Ссылки под каждым видео, QR-коды в конце каждого видео. Ну и, конечно же, если комментируем, то комментируем предельно корректно. Всем удачи. Пока.